Награды в новом компендиуме разочаровали абсолютно всех. И именно поэтому Epic Loot запустили свой собственный боевой пропуск. Всего 15 заданий, за выполнение которых каждый получит гарантированную аркану и тонну подарочных кейсов. Это не шутка. Плюс супервременная акция. Только по ссылке в описании. ПП на Epic Loot можно получить бесплатно, а не за 500 рублей. Ну а для любителей еще большей халявы на сайте есть предсказания. Предскажи победу встреч двух команд на Инте и получи халявные шмотки из топа предсказателей. И конечно же, не забывай о промокоде, который ты видишь на экране, ведь он даст тебе плюс 15% к пополнению баланса. Все, ставь ролик на паузу и лутай халяву на Epic Loot. Арфа забанили. Взяли испа. А их вообще с виспом победы были? Да. Ну, виспом Марса, они же побеждали уже, ты чё. А когда герой новый выйдет? Никто не знает. Я надеюсь, после Инта. Патча после Инта. Вы думаете, нет, что-то быстро, нет, такого не было никогда. Или нет, было? Было. МК, МК, ты чё, сразу же вышел. Пишет осенью, в ноябре. МК вышел вместе 7.00. Это было уже долго после Инта. 2 месяца прошло тогда. Даже 3. В декабре вышел патч 7.00. Так осень это сегодня, нет? Да. Ура. Все, буду только на ней играть теперь. Да прикинь, сафр там оказывается, вот я расстроился. Блять. Главное, чтобы не было брокен хуйней какой-то спирит. Да, она будет брокен хуйней какой-то спирит. Я надеюсь, она будет брокен, я столько пэтэса с тобой, я реально буду сидеть в доту. В смысле, брокен не в смысле, я имею в виду именно вот какой-то спирит, то есть... Да, надо, чтобы какой-то спирит. Надо, конечно, ты же рофлишь. Ты же тоже будет спирита, да, будет играть? Да. Я обузил. Я всех обузил. Я и Фею обузил, и Грима обузил, когда он сломанный был. Ты тогда еще аккаунты бустил, да, по-моему? Да. И я тоже бустил. Но ты знаешь, ты сидишь и просто тебя не убить никого, и не поймать никого. И урона дохуя. Да. И все. Так, ну знаешь, вот когда новый герой... Ты что, понял? Да никто не знает, как против него играть, типа. Да, это самое главное. Все пикали, знаешь, Сларков зачем-то, не знаю. Да много чего пикали. Ну, больше всего зона я боялся. Такой саппорт, парни, там уже видно, что она крипов ебашила, очевидно, что это керри. Но она еще не только крипов, она... Это крип разве был? Большой крип там в конце был какой-то. Босс крип. Что, блять? Я, кстати, не видел фантом еще. Я тоже, что за хуйня? Под виспа. А, так подожди. Вообще хуйня какая-то, он же тизер рвет своим, блять, пешком. Нет, подожди. Дай подумать. Это будет виз под мидера кого-то? Фантомку, во-первых, будет сложно убивать. Урсе нужен МКБ будет. Ее магии тоже будет довольно сложно убить из-за виз спа, из-за брейнсапа. Плюс там есть коллапс, который все время будет подцеплять кого-то. Но тогда будет сложно убить, стоять восьмую линию тоже. Там бадон. Я бадон еще. Ну, раскрывает свои планы, ты так и называемый, знаешь, с главной игрой. Ну, спирит. Нужно просто дать торонтового героя, который разъебет мидера. Которому будет просто стоять против него. Скорее всего, будет бан Морфа, уже забанили Морфа. Знаешь, кто мне пишет? Том. Ебать, чел, который я бустил 2 года назад, пишет, free gift Discord нитров на 1 месяц, нахуй, ссылочкой. Ну, это, короче, значит, он был аккаунт на стиллере, называется. Че? Ну, короче, зашел он по этой ссылке, да, его токены в Дискорде украли, все. Ха, лох. Если ты от меня когда-то такое видишь, админку с меня сними сразу же. Ну, не дай бог. А вы что-то про Грим говорили, помните, у Грима спелл был третий, который давал МС обвешанное, и его бить нельзя было, сука. А, да, ебать, такая хуйня. Блядь, еще на миде играли через ПТ-блинк, помните, такую хуйню? Да, я так и играл. ПТ-блинк изорил. Тогда еще, по-моему, мульта замедляла, кстати. Ну, я когда бустил, только на Окере играл. Ну, просто на нем можно 1x9 спокойно выигрывать.
Вы обузеры, блядь. Да, твари. Спасибо за буст, Мэри Дэй. Я очень рад. Армузеры. Да, да, иди нахуй. 100 пэдсов. Сколько он там? 100 пэдсов, да, въебал уже? Нет, сотки. Там была одна игра, где я зашел, у него трон падал, а остальные две, ну, я регнул с самого начала, он там, там такие твари были, боже, это пиздец. Как которая называлась у тебя, Мэри Дэй? Ну, рассказывай. Я вот поставлю на фанпейчке. Или Epic NPC. Да, да, сынок. Так ты сам своими амулетами аккаунт до такого состояния довел. Мне все равно я выигрываю. Ну, сейчас буду выигрывать. Сейчас, сейчас отмыли по ряду, блядь, или в Turbo 10 тысяч игр играли, конечно. Ничего не знаю, ни одной игры в Turbo лично не сыграл. Proof или Sleep. А нахуй не СФ забанили? Не сыграл, но я и говорю, что тебя играли. А Финдану, потому что финт ебет у Спирита. И минус армор под парку. А тебе Кунку зачем забанили? Или подожди, у кого лазер бан был? У Вичи, ой, Invictus. А, ну тогда ладно. Блядь, ну, ну вот теперь такой герой, что он может против любой хуйни стоять. Не-не, Лина, а Лина в бане? Лина в бане? Да, Лина в бане, Лина конечно, в бане. Конечно, конечно. А что? Что? А что им брать? Все забанили нахуй, они сами забанили свой же пул у Торонто. Пака? Пак остался, да, Пака возьмут. Да Пак сосет. Да Торонто Токио играет, но это его пул. Ну кого, если они сейчас начнут велосипед изобретать, возьмут героя, на котором они играют, это хуёво линк закончится. Не знаю, я бы пикнул Дума в мид. Дума в мид, почему не Дум в мид? Лол. Сделали. Он вообще на ней ни одной игры, по-моему, не сыграл. Бля, че делаем? Он меня покупает, по-моему, кстати. Ща, парни, я сет куплю, пожалуйста. Да-да-да, слышишь? А, не, у него органа, забей. Ну, Фантом Ассасин явно наверное, покупает. Наверное, это красная шмотка, они там по-любому все крышок. Он покупает, покупает только. Слышишь, только покупает, я более чем уверен. Добро покупает. Ну да, покупает. Фу. Это уже было. Диаркана твоя? С Арканой, кстати, пизда, круто. Пиздато выглядит, нет? Не-не, круто. Меньше вот этот крутой очень. А они сочетаются по цветовой да, гамме? Да, да, типа, Арканы не очень, Арканы не очень в этом плане. С красными клинками охуенно. Они там эти, там же нет прям красных, там, там есть дефолт наполовину и полностью горящая такая, оранжевая. Ну вот, второй стиль подходит вроде. Ребят, у каждого свой вкус. А, да, слушай, она кстати, красная, лол. Второй стиль, он прям почти красный. Ну вот. Че делаем вообще, я что-то хуй знает, блядь. Я сейчас в игре буду садить, я очкую. Ну норм, я сколько рашечки, я бегаю за лыну, типа, и выиграл. Короче, Пашка и Верка, это не те герои, которые мне не играли, и... Не-не, я на Эджи заливаю. То есть, понимаете, одно МКБ, и он двоих ебашит. Блять. То есть, Урсе просто надо купить быстрое МКБ, и он двоих наебашит, обоих. Башер МКБ, и все, им пизда нереальная. И по линиям Урса хорошо стоит против Марса. А Тайт охуенно режет дэмэдж башки. И вот Спирит охуенно стоит против... Короче, он будет сетапить под Урсу. Ставьте на IG, ставь. Я поставил. 170. 100 поставил. Ну я подожду в игре, как лайны пойдут. Но я бы на самом деле на Тим Спиритов поставил. Да? Да. Против это меня значит, да, идешь? Ну давай, давай. Давай, давай. Пока что за 0. Сколько ты поставил на IG? 1785. Не, я курсе. Так ты же на спирита вставишь. А-а-а. Что уничтожен деревья до 30-й? 176-300. Это уже всегда работает, я заметил. А я больше 300 поставлю. Ну, разрушить базу до 10-й. По идее, не должны, слышишь, до 10-й ломать. Да они никому бить вообще, тавр. Если только под катапу выйдут китайцы, как они любят. Не-не, не сломал. Не город с урса, мне кажется. Коллапс просто, лишь коллапса хвалят. Слышь, смотри, волчатя. Бест. Коллапс про. Бист это типа зверь, понял. Да. Ну, видишь, все его хвалят. Ну, коллапс реально красавчик. MVP. Игрок с наибольшей ценностью. Я Ятеру выберу, пожалуй. Да, урса разгонится. Когда первая кровь? Ну я подожду пока что, может сейчас вообще.
ФБшка. Ну, в зависимости от того, нужно будет ли смог, хоть нет. Пока нет никакого смока. А ни у кого нет смока пока. И не будет, или по всему. Они же заранее закупаются. Марс армлет хочет первым этом. Ну, я просто думаю, что Тайт качает талант на якорь, на якорь, и будет снимать 80% урона якорем. И заодно МКБ он контрит. А, урона врагов? I'm dead. Ну да, он 80% будет якоря снимать. Это же имба пиздец. И парк как хуйня против Тайда стоит. Мне кажется, он гаш возьмет, слышишь? Он же огнем будет походить в этой игре, не? Да, да нет. Он уже домик делает. Типа он будет такой аурный, ну... будет давать просто якорь. Ладно, ну да, и грифсы какие-то, знаешь, еще купят, или что так. Не, грифсы после домика не покупают, он сделает Солар, либо Лотус. Ну, после Нагера там. Наверное, наверное. Что там, чел на строке забыл поменять или что? Ну да. С этим написал же. Ну, сет у него, конечно, хайповый, кстати. Но он Аркану одел, кстати. А чё пишет, без этих фразочек играем? Наслаждаемся игрой. Тайт написал. А, ну чат видел своего видео. Ready. Так у него не будет аркана видно сейчас. Ну он поставил ее. Не, с арканой хуже выглядит. Мне не нравится арканы. Да пиздато выглядит, я не знаю, чего вы ебаетесь нахуй. Я не знаю. Он тут еще первый стиль поставил, но с первым стилем не очень. Он ее поставил, знаете ли, чего, чтобы иконка была сверху. Серьезно? А, иконка меняется? Иконка меняется всегда, а персонаж не меняется. Раньше после смерти менялась, еще давно сейчас. А, да, помню, было дело. Да. Еще кассетами, помнишь, как героями еще менялись, там сет потом спадал после смерти. Да. Поэтому да, не хотелось умирать. Бля, я помню, такая хуйня была, типа... Ты забыл шмотки надеть какие-то, надеваешь их и хочешь специально поскорее сдохнуть, знаешь, чтобы резнуться с нормальными. Угу. Такая хуйня. Ну, очень давно было. Ну со свапом то, что ты боишься сдохнуть, это реально было такое было. На КДА играешь чисто. Не знаю, плещи крутые на самом деле. Там еще эффект от плещ, кстати, крутой. Да. На третий жмешь. Какой? Поэтому с нахуй паришься. Больше. В смысле? Ну если он на варде блюр нажимает, прям отчетливо будет видно. То есть... Да не, неприятно. Дефолтный можно не заметить как-то. А это там прям пиздец. На полэкран тебе красный хуярит. Это же самое, знаете, как стрела у Мирана, есть шмотка, пес она здоровая по сравнению с обычной. Сперматозоид, которая? Я не знаю, как называется. Сперматозоид, по-любому. Ну уже 33 дерева сломано, на самом-то деле уже неплохо. Угу. А, мне интересно за игру Ятора посмотреть. Вообще красавчик. Я вообще посмотрел недавно, как он на спектре играл, и он билд дожрал. Вообще, как... ну он тинкера соло. Молодец. Да. Какой там билд был? Да точно такой же, как и у меня. Он дожрал полностью. Типа, огни морщит, так это же не он придумал. Огни морщит. Ну да, так это же не он придумал. Ебать, а это больно, кстати. Да, хуёво. Как ты залил Найджи? 100. На первую карту. А. 100 на первую? Ну я подержу пока что, ставочку. А новая стратегия, раньше ты после пиков, да, сразу ставил, а сейчас ты ждешь, ожидаешь. Ну, деньги поднимать надо. Действительно. А, что поднимать, да, я на Team Spirit уже забил. Что поднимать? Что я увидел сейчас? Что там было? Да... Торонто, короче, с пошлой. Кака, почему не прыгнул кака? Не дал 2000. А, вот просто. Ренджа не добил. Я на IG залил, ёбаный рот. Реально на IG залил? Да. Ладно. Так, в смысле, 4, а ты на кого 5, хотел?
Да что-то хуёво они начинают. Хотя вроде норм. Я на спирите подвалился. Да вы чё, ну типа не поняли, поэтому и то, что линии вообще нихуя не решают практически. Чё? Сколько поигр было, где хуёво всё начиналось и заканчивалось за него за 25 минут. Пользу тех, кто линии проебал. О, изи трик припам. О, ничего, башки нет новой теперь, это может тоже снять? А хотя нет, башка прикольная же. Чем без башки играют? А ему дарили кусками. Если ты чекнешь, что там разные подписи на шмотках. Ему не весь сет подарили. А сам он не покупал. Постоянно эти челы на китайцах, они носят шмотки, которые им подарили. Да, 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 кстати. Представляют это, они это любят. Подожди, а курьер у него тоже подаренный, да? Не, курьер он сам купил, прикинь. Подождите. Вот Рошан, вот у Абадона, Абадона подаренный. Вот, у Абадона подаренный. У Урсы тоже подаренный. А мне никто не дарит ничего. И у Леона тоже подаренный. У всех эти выберешаны. Дорогущие, знаешь, вот эти. Но они в китайскую доту просто очень давно играют, ну, денег много заработали. Вряд ли они сами убивали. Ну, я про этого. Тайт может умереть на топе, Тайт умирает на топе, скорее всего. Да, умирает. Как же сапоги на конку. Ладно. Что? Ебучивает спирит. Уже 1к перевес у Team Spirit на 4 каким-то невероятным образом. Ну смотри, ну они очень хорошо фармят, на миде даже, ну плюс-минус равно. Не, ну то, что у коллапса 27 крипов и будет армлет уже почти, ну это очень много на самом деле. Он еще смотри, что купил, он необычно как все этот купил шлемчик, да, он купил себе, чтобы бить чела именно. Перчаточку и... Ну он же под респом. Ну тем более, видишь. Коллапс так я говорю про то, что он под него взял. И дальника должен донаить. Донай дальника. С ними пошка еще. Чел сидит, реально потеет, крипов донает. Надо ее на кемпе. Я думал, тогда будет получше лайн, если честно. Я тоже, я тоже. Эмма получает тычку от Тавера. Ой, фух. Не, у Торонто, у этого, Торонто Токи, все реально неплохо. Мипа герой парашный, потому что поэтому не брали. А, он через Бэф, кстати, играет Ядора. Ну да, чтобы перефармить. Я увидел сейчас, охуеть. Че такое? Да вы вообще за карты не смотрите, а да? Просто... Ну что поставим мгновенно. Ну я прокликиваю карту постоянно там. Нет, я просто на топ постоянно смотрю. И на босса. Да, ну не, короче, чел на Леоне бежал, поставил опс, и босс мгновенно его снял, как будто он его видел, то есть я не знаю, вообще ничего не рассчитывал на Леоне. Типа он прям перед еблогом вижу поставил, чтобы ему голду экспу дать. Ух, ебать, застакал. Бля, что-то там быстрый бэф, походу, на пашке будет. Будет. Пиздец, вот смотри, что-то паш... Смотри, на Урсе бэф не будет покупать, он будет покупать дефуза. В это время будет пашка, типа, фармить, и он anyway, больше вынесет же. На пашке. Угу. А чтобы убить пашку, Урсе очень много нужно будет делать. Я недооценил Бэйна, он слишком сильно дает фарм. Он слишком сильный герой, Бэйн. Он еще, слышишь, слип в двоечку качал, заметить. О чем ты говорил, по-моему. Или кто это говорил, я не помню, даже в слип максить. А, это Куман говорил. Точно.
Она будет спирит выселит, я надеюсь. Не-не-не, у спирита всегда нетвор спарашный. Будет спирит и нетворс парашный? Да, 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 всегда. Во всех играх, которые я не стрелял, у него парашный был нетворс. Во всех играх. Знаю, ну, без исключения. Герой за счет 10 уэйта бешено фармит. В этой... Не-не, тут он вообще не фармит в этих играх. Я помню, Топсон был миллион нетворсе, бегал всю карту и ебал соло просто. Против кого? Саннер Предаторов? Не, ну, не, серьезно. Я не помню против кого. На самом инте, вот, знаешь, не на групповом этапе, он все время сосал. За все игры он ни разу не был, только не на творцем. Бруно, это же Эмма на Уитспирите. Он же мажор против ЕГЭ тогда в соло выиграл на Уитспирите в 1 балла. Тогда ЕГЭ были в пиковой форме, там даже Флай, который из ЕГЭ на пятерке имел там какой-то 4-й ранг, по-моему, это вообще пиздец. Он так Флай, 4-й ранг? Че? Из ЕГЭ. А. Нормальный Флай. Я подумал, always wanna fly. Стану на него не промазать. Ты чё, алкаш? Он вплотную стану промазал, как? Смотрите на бот, что там происходит. Ой-ой-ой, пьянь на коллапсе. Норм лет будет обувить. На самом деле, если бы он попал копьем, он бы очень много снес в урсе, у него 6 еще не было. Там морпитка, anyway. И вышку пошли хуярить, быстро сразу, под испом. Бля, походу прогноз проебали. Который был до 10-й, типа, не снесут. Печально. Да. Жаль, бро. Тэпа сего пор прям. Жаль. Да я хочу на копу выбить сет сундука, сука, не падает. А я подарил, по-моему, мой этот сет. Мне. Тебе? А ты его полил? Нет. Он у меня есть. А, ясно. А у тебя есть на копу свой? Ты мне на цимку подарил. Не, у меня нет на копу. А кому я на копу тут? Возьми тут сетов говняных, я в ахуе. Сидите. Ты мой сет на Кингза удалил. Зря. Похуй. Ладно. Ну если комментишь. Да бро, посмотри, сколько у меня духов, блять. Это разве не круто? По сапогов видел, сколько у меня? Ой, по нетворсам все хорошо. Таваджи, пожалуйста, 30 секунд, 20 секунд. Они успеют, пожалуйста, лишь бы не успели. Не успеют. Так, сайт ломает в топе. Давай. Успеют, блядь, пожалуйста, 10 секунд, сука, сделайте что-то, жмите, блядь, они гриб проебали. Давай! Бить! Тихо, блядь! Нет! Охуеть! Найс! А у меня верно, по кайфу. Выглядок ебаный. Молодец. А потом задонайт? Пиздец! Да нельзя донайт уже 3 года, ты о чём? В смысле? Серьёзно? Он шутит. Нет, ты ещё не шутишь? Да нельзя донайт. Да. Ой, блядь. Ебаный арбуз, сука. Прилетел бы кто-нибудь там под дна, типа Бэйна там слипнул бы его, блять. Я расстроился очень сильно. Рошан на урсе пошел хуярить на 10-й. Под доминатором его крип танчит. Пиздец они придумали, конечно. Да не, IG выебут, они слишком умные. Хотя я за спирит болею. Ну я хотел бы, чтобы они пришли дальше до лапс. Красавчик. Там Рошан забирает, еще Бипошек убили. Да, наверное, ничего удивились, что он Рошан уже убил. Топ-1 на творце летает. Но не весь там как вонится, у него еще рыб же. А, охуеть, да тайт камбэкнул, у него же вообще нихуя не было. Топ-1 творце стоит. А, там Пашки уже БФ на 11-й. А, не, мне показалось. Не я уж реально думал, у него БФ на 11-й. Ну, на эффект крутой красненький, под этим. Коллапса. Ну, не знаю как. Он полетел в соло, дал второй спел умер.
Было бы намного лучше, если бы у Эджи был Марс, а у Спиритов Тайд. А, реально нельзя. Да, блядь. Что делаешь? Ща, я это занят. А, реально не сделал. Не продаешь тапку случайно? Я? А. Динайте нельзя, я говорю уже. Да я говорил, нельзя динайте. Куи блан мне пишет, типа, можно. Дураки, я же... Да я доказывал, типа, чела просто. Я че, типа, ебан, блядь? Я знал. Из таких спылов, вот раньше было 4 спыла, алхимик, путь 4 часа, потом осталось только течис и алхимик. Алхимиком можно в банк открываться. Да. Не, ну пуджом динайтс это так бесило, это просто пиздец. Это хуйня 8 лет работала так, это вообще пиздец. Да. Заметили, чё через Witchblade играет, охуеть. Ага, нормально. Да, но такого не видел, обычно травела, аганимка, эссенч, дефолтный билд. А ему похуй на игру, мужик. Да и мне было бы похуй на игру. А ты тестил, да, Witchblade на Witchblade? Один раз или два. Не понравилось, да? А-а. БРК выбилась в топ-1 нетворс под виспом ебучим. Как так-то? Пиздец. У Ятера уже БФ. Чила БФ, ладно, это все, это конец, это конец. Цекинеть. Game over. Игра в ёбана. Ему ещё настакались, сука. А чё он не берёт этот Phantom Strike? Всё взял. Я и думал, хули он не берёт. Это же имба. Тем более под БФ. Арбуз или барду делают быстро, все нормально, не проебали еще. А я его маму трахал. Зачем? Ну мне заебал на своем тайде ебаном. Хуило. Ты на кого поставил, блять? На IG. Ну так и в чем проблема уже, все. Да что он, делает. Да пусть играет лучше. А, ну да, хули он, блять, не пошел в соло-трон, не отхуярил, да? Было бы прекрасно, я думаю. Прикинь, идет посмотри на этого арбуза. У него еще на спине вот этот хуйтат. Мне было бы страшно. А, ебать. Он открывается иногда. И глаз ебучий. А да, ебать. Из него еще щупальца влазит. Да, это, да, фу, мерзкая, блядь. Мерзкая хуйня. Всякая гаш дает, какие-то помои ебаные вылетают. Видел, да, эту хуйню? Бля, я не увидел. Да я, когда только эта имморталка вышла, ебать, я рушил с этого, там вообще какие-то меня невероятные просто. Сейчас, да, смотри. Если успеет. Кравич! Он офкапнул? Он видишь, там какие-то какая-то хуйня вылетает. Ты видел? Да. Вкусно вообще, нахуй, блин, я вообще разъебу, парни, бля, он меня заслипал, сука. Парни, а чей еще? Давайте, 5 секунд Эгис. Сука, вот, жалко. Не, бро, мы въебали Грейс, реально. Он заебал на ВР-ке под веспом так много фармить. Ладно. Парни, я, честно, я так устал. Я надеюсь, 2-0 будет. Да, а дай G. Да нет, ну, будем честны, у IG все плохо сейчас. А ты не умничал, ладно? Реально. Блин, как хуёво нажали кнопки.
коллапса. Как же хуёво. Ой. Вайфлая просто стерли, убивают еще, скорее всего, Оли. Оли, да, должны убивать. Одна ульта осталась, вот спирита. Чё? Не, какой же? А почему? Почему он прыгнул в него, а не в этого? Ладно, неважно. Забейте, там чел на Леоне зарунил сейчас всё. Блядь, этих китайцев невозможно предугадать. Они то делают ебейшие муки, то гениальные, то какую-то хуйню закидную прям, пиздец. Мэридэй, у меня плохая новость. Какая? Я 300 с чем-то баксов закинул на фул игру на IG. В смысле на фул? На Best of 3, что они выиграют серию. Что они 2-0 выиграют? Нет, на серию. Ну так... А, типа 2-1. Да-да-да. Я, конечно, въебу. 300 бан на какой кайф. Неважно, бро, какой кайф. Ну, скажи, что ты. Ну, я поставил по 2-5 на Team Spirit. То, что они выиграют две игры? Нет, то, что они просто выиграют первую карту. А, охуеть. Да, я немножко. Я в тильте. Я в тильте. Да. На ней еще не проебали. КФ 09. Блядь, это я в минус ухожу, блядь. В любой ситуации, нахуй. Может, реально в основном такой хуевейший КФ? Что? Да такого кайфа не может быть. А, блядь, стоп. Да ебать ты... Еще должен будешь. Я сначала не понял. Слушай, Мэри Дэй, что-то БС уже все скатилось. 0-3 за сегодняшний день. Почему? Какие 0-3 нахуй? Ты что, алкаш? Ну, первую ты проиграл, а вторую ты проиграл. Стал. Первую выиграл, вторую проебал, вот и все. А, ну, 1-1. Какие 1-2? А, да, этого не проиграли уже. Ну, ребренд. Ты придумал все уже, нет? А, типа, ты заранее говоришь, что IG сейчас проебут, да? Да-да-да, ну, первый точно. Ну, ребренд себе придумал уже, он просто ребренд... Он же на серию поставил. Кто? Курсит? Нет, он на одну игру поставил. Да, на первую тоже еще залил. А, ты и на серию, и на игру поставил? Да, я дал веб. Сколько у тебя баланса? Какая разница, какой баланс, главное то, что в жизни все хорошо. Правильно. Алкаш бэтс. Блять. Мне еще смур в доте забанили. Да, какой? Смур в доте забанили. Да там 1500 петасов было. 2000 порядочности. Пиздец, жалко, конечно. Да. Но не в теме, видимо. Ну, не в теме. Это А, который чего, да, был? Не, это мой. Это его личный аккаунт, вчера на нем играл, было дело. Я вчера на нем играл. А на Урсе ФК? Ой, мне больно смотреть за этим. Ой, блядь. Пишите ГГ. И же вы хуёвейшие. Пишите ГГ. Ну, там еще. Ой, ой, все, блядь. Коллапс отхилили на фул, коллапс еще. Рэмпаджа Етора? Это пиздец. Блин. Да пошел ты нахуй со своим рэмпаджем для Етора, блядь. Не, билд на вот спирите пиздатый, конечно. Не дали. Ну, улететь не дали, так бы он и да. Нет, на связка летела. Бля. На самом деле... Насколько же поднимется фейм, да? Если вот даже вот они IG выиграют, вы понимаете, насколько поднимется вообще медийка у Team Spirit'ов? Да нереально просто. Они обычно отлетали вообще. Они ОГ и ВП выиграли. Они ОГ и ВП выиграли, да. Ты вот смотри, вот я тоже стримил на 200 зрителей, то же самое, да, но сейчас у него будет 1000-2-3, наверное, не меньше. Больше стримил будет. До Инта, когда уже Team Spirit был? Да. Ну... Но когда Team Spirit, у него онлайн 200-300 чела был. Ты чё? Даже с MNGS больше был. Ну, круто, Тора гений. Дайер,
Team Spirit России, нет, это Узбекистан. Да? Парни? Что, 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 бро? Скажи да. Да. Нет, да, нет. Да, 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 верно сказал. Красавчик. Да. Фантомка, кстати, БКБСе купила. А, я думал, он дизольку хочет. Ладно, там гений. Можно вот такую хуйню на White Spirit собрать. Я говорю, White Spirit никогда не был на ИТ еще топ-1 на творчестве, без шуток. В групповом, да, но тут нет. Да, вообще есть топ-1 хотя бы хоть какой-то, блядь, на творчестве. Может, это герой на фрагах сноубольца обычно, а тут... Долбоеб, я из Узбекистана. Сочувствую, блядь, что еще сказать. В смысле? Что я не в Узбекистане. Ну, кстати, на VRK не взял, Undispellable Windrun. Не понял. Ебать достижение. Охуенно. Ладно, они сверхразумы, все пятеро. Слишком какие-то... Я в ахуе, парни. Да ладно, бро, не расстраивайся. Я в ахуе, блядь. Я все въебал, нахуй. Все въебал. Опять нахуй. Блядь, хуйня ебаная. Вчера все выиграл, этот камбэчил, а сегодня все въебал, блядь. Нахуй я вообще камбэчил, если все въебал, блядь, тогда. Че я вчера все не проебал тогда? Нахуй камбэкать, если проебал. В смысле? Ну, типа, если бы ты не спал, ты поставил на ОГ и проебал, помнишь, ты говорил? Ну да. Вот. Сколько ты зинт проебал уже? Ну, если эта ставка не зайдет, то я проебал уже около 1500 баксов. Охуеть. Это сколько вообще денег? Это много? Это больше сотки рублей. Годовая ЗП в Украине. Да, вот Урса сделал быстрых два Рошана, чтобы третий Рошан был быстрый, и там была какая-то хуйня для спирита. Что с тобой, нахуй? Если бы он копье словил, все, это капут нереально. Ну, не знаю, парни, но Ятор реально молодец. Круто играет. Смоки, кстати. Да, какой Ятор? А тут коллапс соло ебашит. Коллапс, Ятор, ну, они реально, да, переродились как будто. Такие гулюрия. Ну, нереально. Кто? Что? Кстати, неважно. Кстати, очень странная механика у Гаши, ну точнее от пассивки Тайдаты. Знаете, то, что вот если он даст этот, ну, шарсу на фантомке, да, он может сразу разревелиться пассивки Тайда. Это очень круто работает. Фигу. Знали об этом? Какой то самое, что разревелиться, ты о чем? Ну, у Тайда есть пассивка, видишь, Кракен Шилл, да, он может сразу же сбросить, понимаешь? Это странная механика. Ну да, пассивку ему, в смысле, и в чем прикол, ты о чем вообще? Короче, может не сработать вот эта параша, Fun of Knives. То же самое, что и с Сильвером работает. Ой. Завали ебальник свой. Да вы не шарите, короче. Не знаю, как объяснить. Блять, ну на Урсе тут невозможно играть без БКБ, тут надо МКБ, БКБ и Абис, ну столько на Урсе. Ну тут ГГ надо написать уже. А я же говорю, мне очень много на Урсе надо было, чтобы бить фантомку. А кого Егис? А, не дрочи. А G2.0 выиграли вы еще?
Да, 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 2-0. Там две игры, по 50 минут, да, думаю. Они просто сидели, фармили. А, IG играли уже. Да, 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 они же играли. Ой, блядь. Видеторсу на варде. Съебись, съебись, пожалуйста. Блядь. Блядь. Зачем? Там две БКБ. Три БКБ на команду и два сапа в спине. Не-не, никак, никак. Еще у Виспа байбек, если с Чирио нажмет. Давайте, 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 Саки! Красавцы, блядь. Пипошку убить надо. Анслип. О, найс. Хорошо, хорошо, ебите их, ебите, ебите, ебите. Мипошку, парни. Мипошку зафармить. Ебать, как же они его стерли. Сука, не достала. Подожди, даже не заметил, как они его стерли. Подожди. Вот такой, убить, убить. Леонид вроде начал, дали Ревич, да, все, да, мгновенно. Мгновенно. Ну да, в этом проблема по Ашке. Вот спирит ее ебет, типа, вот, слишком много magic damage нам просто. Там даже урса, по-моему, не било, просто дали в него фингер и... И вот спирит 2 спула дал, блять, и все, она сдохла, наверное. Да. Следующий хп это мало. Так оно и есть. Блять, парни, вышечку, вышечку и МКБ на урсе пойти добивать. Да. Я а крайне у них есть, доволен. Есть план на голове. Данным фейсом. Что? КТ 2 не заберут даже. Что ты там орешь? Я, ну знаешь, когда у тебя нога типа на стуле, да, ты потом ее распрямляешь, вообще пиздец, а-а-а. Такой кайф. Да, есть такое. Сколько они проебывали и сколько они отыграли бабок за этот файт? Да, 3000 вроде бы. А Марс сдох или там только не, Пашка не. Бэйн? Пашка Бэйн. Рошан 40 секунд. Ну скажу так, если сейчас Пашка берет Эгис, игра проебывает. Потому что они все кнопки в нее отдают. А если они отдут в Эгис, то... И тебе на донаты. Ну, кстати, Blue Revision взял. Спасибо. Что, ну, что лучше странно. Бы покушать себе купил. Реально. А не мне донатил. Че придумал? Сколько тебе донатили? 50 тысяч. Ну, как обычно. Ну да. Бля, там опс. Это чей опс? Это чей опс? Ух. Хорош на бадоне. Они не видят. Хорошо. На оп. Все, резнулся. Тор провид крипа. Хорошо, он есть. God damn it. Блядь. Я вернулся. Я взял себе похавать. Блять, что ты делаешь на выспирите? Трахаюсь. Ебал два степа, он ебал два степа, блять. А, я там Рошан. Блять, а там степа нет. Не отдайте Аигис, пожалуйста, на не отдайте Аигис. Вы не понимаете, что это проеб игры мгновенный? Пожалуйста, парни, быстрее, быстрее, быстрее. Я МКБ купил, МКБ купил. Все, давайте, давайте. Зайки. Убили, ну, да, моментально. У меня бая нету. Без бая, 50 голды на бай не хватает. Я ебал его. И все, да, съебались. Нет, не съебались? Ой, блядь. Я твой фанат, ой, блядь. Я твой фанат. А чё он от меня угрит? Отработай шок. А, не вейсдох. Ладно, проебали. Кстати, рефрешер на Марса имба, две арены, да, это пиздец. Да, да. Хрень не тебе. Ну да, сам выдумал вопрос, чтобы, знаешь, это вот... Позвораться. Не-не, прости так. Так, в чате люди живые, охуеть. А, прикинь, есть. Когда даже ночью не спит. Рефрешер шарт еще отдали. На токе. Не знаю, но его очень сложно будет убить, плюс фантомки Аегис. Они могут убить фантомку, когда тратили все спелы. Не, это ГГ. Да, поэтому чел на урсе 7 КБ. Коллапсу нужен рефрешер. Две арены, это слишком сильно. Там ни одной БКБ нет за рейдинг. Hello?
Но здесь невозможно без БКБ на урсе играть. Ведь он степнулся под дерево, под связку, охуеть. Он же... Да еще не так. Бля, я думаю, ятера уже заберусь быстро. Да все, гага. У все БКБ нет, он не может вообще никак. Избавит был. У него очень много на фунтом. Ну что, ему полфри фарм просто дали. О, идеальный слип просто. Но... Ой. Вообще видели? Забей. Ладно, но они очень хорошо играют. Да они слишком сильно аутплеймили. Хороший прогнозик.